Телемаркова Лесозаводского городского округа приведут в порядок ливневую канализацию, что позволит защитить населенный пункт от подтоплений. Губернатор Приморья осмотрел гидротехнические сооружения Лесозаводска, которые необходимо укреплять. В частности, глава края побывал на дамбе в районе улицы Пролетарской. К сожалению, подрядная организация «Дорстрой» не выполняет свои обязательства по укреплению дамбы. Хорошо, что здесь находились силы ГОЧС, частично агентства, которые сумели перехватить прорыв дамбы и, в общем-то, предотвратили дальнейшее углубление и ухудшение ситуации. Олег Кожемяков встретился с жителями села Марково. По их словам, населенный пункт регулярно страдает от наводнений. Главная причина – отсутствие эффективного водоотведения. Также побывали в Марково, посмотрели на затопленные улицы, встретились с жителями. Там критического ничего нет, ситуация сложная, но пока вода в дома не заходила. Тем не менее, значит, работы там необходимо оперативным образом после схода воды проводить, очищать каналы, смотреть, что нужно сделать с тем, чтобы таких потоплений не было, которые на протяжении уже последних 5 лет затапливают эти 2 улицы, пограничную, школьную. После схода воды обязательно придет комиссия, обязательно пройдет по каждому дому. Мы после схода воды перебросим туда технику. Агентство по гидротехническим сооружениям, она зайдет и начнет заниматься каналами. Губернатор края особо подчеркнул, что оценочные комиссии проверят и оценят ущерб в каждом доме, где была вода. Напомним, Олег Кожемяка работает в пострадавших от наводнения муниципалитетах, а именно в Ольгинском, Кавалеровском округах и населенных пунктах в Дальнереченске и Лесозаводске. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.